Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители! С вами снова Скудер. И сегодня мы начинаем прохождение Need for Speed 5 Porsche Unleashed для первой PlayStation. И, как вы видите, сейчас моя фраза «увидимся в следующей серии» обретает некий новый смысл, потому что мы с вами действительно теперь будем видеться. Решил я попробовать записать именно прохождение даже с камерой. Не знаю, что из этого получится, потому что стрим это одно, но запись это совсем другое. Пишите потом в комментариях, как вам вообще моя рожа. Не будет ли она вас отвлекать. Вот. Потому что... ну, это... совсем другое, чем на стримах. Там все-таки прямой эфир. Вот. Там у нас прямое идет общение. Там еще хоть как-то... ну, это объяснимо. Мой фейс в экране. В экране. А здесь, может быть, и не очень. Вот. Ну, первым делом, значит, хочу поздравить. Поздравить, значит, наших милых девочек, девушек, женщин с 8 марта, с Международным женским днем. По правде говоря, у меня уже что-то 9, но я думаю, я успею выложить это видео 8 числа, и у вас еще будет 8, так что поздравляю вас с вашим днем. Вас, я знаю, немного, но вы есть на моем канале. Отважные пилотессы. Это редкость. Но, тем не менее, вы есть, и я рад, что вы у меня есть. Вот. И желаю, в общем, вам, мои отважные пилотессы, обрести своего не менее отважного пилота в своей жизни. Покорителя скорости. Ну а тем, у кого уже он есть, чтобы он вас продолжал радовать своей отвагой. Вот. С праздником вас, дорогие дамы. Вот. Да, кстати, я вот видите, даже сегодня ради вас вот рубашечку одел. На какие жертвы приходится идти. Шучу. Так. Все. Давайте теперь... главному блюду. В общем, у нас начинается прохождение Need for Speed 5. Это... да, кстати, я... серия будет достаточно короткой, потому что первые чемпионаты, они здесь такие, ну, 2-3 трассы там на слабенькой машине.
Поэтому я вначале тут поговорю, все-таки это первая серия. Тем, кто, кому вот эта болтология вся нафиг не нужна, смело листайте минут, наверное, сразу на 10 вперед. Вот. Ну, а я продолжу. Значит, перед нами Need for Speed 5 Porsche Unleashed, версия ее для первой PlayStation. Вот. И, значит, я в детстве в нее не играл. То есть это, ну, по сути, первый запуск. Ну, так, я обкатывал, естественно, перед записью, там, настройки всякие. Играть мы будем в английскую версию игры. Вот. Потому что русскую версию я не смог адаптировать под свой эмулятор. Чё только не пробовал, биосы, всякие плагины настраивал по-разному, там, куча там всяких бегунков, все, ничего не идет, все просто вот не хочет ни в какую заводиться русская версия. Ну да и ладно, думаю, это небольшая потеря. Мы с вами уже играли в английские версии гонок, не дали как Колин Макрей 2. Вот, поэтому сюжета тут опять же таки нету. Это еще пока те старые добрые Need for Speed, в которых нет сюжета. Вот. Поэтому я играл, в общем, проходил на персоналке версию Need for Speed 5 Porsche Unleashed. И это для меня будет тоже, так сказать, первый опыт. Поэтому строго не судите. Не судите, да не судимы будете. Вот. Ну что же, начнем, наверное, с настройки давайте. Тут, благо, здесь есть widescreen, ну то есть широкий экран в настройках уже. Поэтому, да, здесь у нас не будет растяжки лиц, там, машин и прочего. Вот, все должно быть хорошо. Так, это мы настроили, значит, у нас дисплей. Аудио. Давайте в аудио зайдем еще. И выключим. Так, музыку. Race Music. Да тут, собственно, нечего здесь выключать, да? Нет. Так, что еще есть? Еще есть управление Player 1. Конфиг. Так, мне вот интересно, тут в милях скорость, calibration, did config. Это опять же кнопки. Откалибровать. Понятно. Нету. Значит, будем в милях играть. По-видимому, это американская тогда версия Need for Speed. Так, ну, в общем, что мы имеем? Это вот, собственно говоря, главное меню. Это вот Evolution, это, я так понимаю, и есть. У нас чемпионаты на прохождение. Ну что же, давайте продолжим. А, тут вот есть еще Driver Factory. Я помню это, да, на компе тоже все это было. Тут можно... Ну, типа как лицензии, что ли, вот в Gran Turismo. Ну, я думаю, что сейчас мы пока, наверное, не будем их проходить. Если честно, я не помню, что они дают. Вот, правда. Давно это было. Поэтому давайте... Так, load game, create new game. Ну, креатим давайте. Да, тут не войдет мой ник, поэтому... Я думал, что же написать. И знаете, что я подумал? Давайте-ка я свой старый-престарый добрый ник возьму, которым я пользовался вот как раз в те времена. Я вам уже где-то рассказывал о нем. Я отзывался тогда на позывной Eagle, то бишь Орел. Поехали. Он входит.
Classic Era. Welcome to the Classic Era. Be sure to visit the Porsche Center to buy a car. Короче, классическая эра у нас, нас приветствует и говорят, не забудьте зайти в Porsche, центр Porsche и купить машину. Отлично, какая музычка, а, ребята! Да, кстати, я забыл сказать, именно Need for Speed 5 Porsche Unleashed мы проходим, потому что вы сами его выбрали, вы, товарищи интернет-зрители, вы голосовали у меня в группе, и да, именно по вашим заявкам мы проходим сейчас эту игру, да. Вот. Так, о, здесь тоже опции есть, ну, давайте-ка зайдем. Так, Abort, Save Game, Era, Video, Next, Era. Так, давайте сразу засейваемся. Game Name. А давайте тоже будет она у нас... Eagle. Так, да чтоб тебя, вот так. Чик. One Block. Available. А, ну, один блок нужен, пишет, а два свободных есть. Хорошо, save completed. Великолепно. Ну, блин, плохо, что здесь нету переключателя мили, километров в час. Я думал, может, здесь будет. Сколько здесь всего, слушайте. Турнир, да? Воскресная гонка, ну, типа, гонка на выходных. Circuit Racing. А, это именно гоночные машины здесь, да? Вот это не помню. Есть турнир. В общем, тут, да, тут надо. И есть это что? Гараж, трофи рум, гараж. А, блин, забыл, да, надо будет вспоминать это все дело. Кстати говоря, вот это, наверное, первая игра будет, которую я проходил уже, к сожалению, без Лехи, да. Тогда мы так чуть-чуть что-то разбежались, был у нас период такой, и как-то я без него проходил. Так, used car, sell car, sell, продавать нам нечего, new car, у нас 12 тысяч кредитов, давайте посмотрим. Ой, ё-моё, Porsche. Select car, данные, change color, buy car. Так, а мы можем вообще себе позволить-то такую машину? Сколько она стоит вообще? 13 тысяч. Короче, все как Gran Turismo. На новенькой... А, нет, смотрите-ка, 11 тысяч вот есть. Блин, ну вот все равно эти аркадные полосочки остались. А, ну в принципе он чем-то даже лучше, смотрите-ка, чем этот... Управление у него лучше, топс. Да у него все лучше. Да? Да. Только acceleration такой же. Хм. Так, а что еще есть? Чего еще есть? Кабриолет. А, он же только кабриолет. Че, попижоним на кабриолете? Кабриолете. Что еще имеем? 11400. Уже вариации есть, да, что-то лучше, топ спид лучше, acceleration, но управляемость хуже. 1600, а уже 12700 стоит, 13300. Я так понимаю, здесь машины-то будут доступны только этой эры, ну, естественно. Так, супер. 13800, ну тут уже вообще мега показатель. Так, я думаю, дальше там уже смысла нет. О, вот что-то было. 11 955, 914, 1,7 литра. Ну это же какой-то прям такой Porsche 914. Сразу говорю, я в Porsche не шарю, поэтому для меня почти все диковинка. Не, давайте чё, начнем. Вот какой тут был кабриолет. Короче, хочу кабриолет. Хотя вот этот жучок, он такой прямо милый. Ладно, давайте его возьмем. Так, сколько? 11 тысяч. У нас еще штукарик останется. Окей, выбираем. Change color. Воу, можно менять. Отлично. О, давайте цвет. Небесный цвет возьмем. Так,
какой. Ох ты, бирюзовый какой. А-а-а. Может, розовенький взять, а? Блин, розового нету, ребята, в честь 8 марта. Девчачий цвет. Так, ну чё? А, знаете чё? Давайте вот такой возьмем. О, бирюзовый. Тоже такой яркий, красивый, прям праздничный цвет. Вот. Вам нравится такой цвет, девчонки? Должен нравиться. Они же все любят яркое такое, прям, ну, чтобы под цвет там платьишко подходило, или какой-нибудь сумочки, или туфелек, прям. Что у тебя за машина? У меня машина под цвет туфелек. Так, Байкар, 11 тысяч, да? А, покупаем, наша первая машина. Do you wish to purchase the... It will cost. Oh, yes, I want. Хочу, хочу, прям. Поздравляем, вы приобрели Porsche такой-то, такой-то, вич. 356-й, вич. Отлично. Просто прекрасно. Ладно, чё, обкатаем сразу его. Поедем в турниры, наверное. Да? Я что-то не знаю. Я вообще планировал, как проходить, как вот, допустим... Колин Макрей там или Гран Туризмо, то есть каждую серию делать один чемпионат и все. Ну, посмотрим сейчас. В принципе, ну ладно, турнир. Черт с ним. Что у нас тут есть? Гонки. Гонки, значит, три гонки, да, у нас. Fortress Village, Riviera, Desert Valley. Германия, Франция, Америка. И, ух ты, аж 7 гонщиков. Это 7 противников, да еще плюс мы, да? Ой, тут еще и классы разные, вы гляньте. Так, подождите. Ну, наверное, у нас же класс какой? Блин, я вот не глянул. Сейчас, подождите, давайте глянем, какого у нас класса машина. Там же, точно, здесь же еще по классам, ё-моё. Там денег больше дают, ну как гараж. Ой, какая музыка, а? 50-е. Обалдеть. Не хочу отсюда уходить. Из этой эры. Так, Select Car, да? А, класс 3. Класс 3, да. Так что третий класс. Сразу, видите, в третий класс пойдем. Мы вундеркинды. Так. Турнамент. Ну все тогда, поехали. Ну да, третий класс, потому что тут самые низкие пока заработки, во втором побольше, 20 тысяч за победу, а в первом, ух, 30. Уже 911, да ладно, что, в классической эре уже будет 911 у нас. Ну что ж, поехали. Так, ага, перед гонкой у нас еще кондишн. Кондишн. Наверное, conditions все-таки. Так, это у нас, а тут починка. Так, окей, ладно, тут же, да, тут надо будет самому чинить, не как в четвертой части тут распределять починку кар дата. А вот здесь можно глянуть, да, 87 миль в час, обалдеть. 87 миль в час, сколько там, 140 километров, да, где-то он. Ну, неплохо для, надо сказать, для 50, там, какого 6-го года. Так, что-то мощности нету. Engine, Flat 4, 1,1 литра. А, не, вон, horsepower, 40 лошадок, при оборотах 4200. Окей, даже вон, тяговитость есть. Condition, Select Car, ну, выбирать нам нечего, у нас одна, все, поехали. А это еще что? Advanced. Подождите. Блин, ни черта не помню. Fortress Village. Первая трасса, Германия, да? Так, мы выбираем... Enter Session 1. Новичок. Первое место. 2000 кредитов. А, за Advance будут 10 очков давать, да? А за
новый, новичок, 6 очков. Давайте на Advanced попробуем. Чё мы? Ё-моё, сколько тут всяких этих, тут квалификация есть, вообще забыл. Сетап. А, можно еще настраивать. Так, это у нас что, подвеска? А, не, коробка передач. Ой, ладно, пока не буду ничего настраивать, честно говоря. Нет, repair, аборт. Аборт, да. Можно Поршику сделать аборт. Он такой кругленький, да, действительно. Чё, давайте квалификацию попробуем проехать. Чё, она дает вообще что-нибудь? То я траста не помню. Так, time of the day. Солнце. Ой, под дождем. Session 2, advanced drivers. Поехали. 4 всего будет игрока. Она же там 8 была. Или это 8 имеется в виду? 4 в новичке и 4 в advance. Ого, а у нас соперники... Подождите, ничего не помню. Трак. А, это рекорды. А, против нас все равно будет 2.914. Ого. Ой. А, квалификация. Схода. Окей, поехали. Есть, конечно, шанс сразу расколошматить машину. Ух, смотрите-ка. Снег идет, это раз. Второе, у нас отражение есть на асфальте. Смотрите-ка. Вот это да. Чё-то как-то физика какая-то странная. Чё его так раскачивает-то, Поршик? Прям расколбал. Не, ну он, конечно, мягкий, я понимаю, там. Машины 56-го года. Это прям... Так, ой-ой-ой, что-то тут такое жесткое сейчас будет. Да, коробка... А чё, впереди кто-то едет? Вау, вот это да! Нифига себе. Так, это вот так назад смотреть. Слушайте, ну графон мне нравится. Графон мне нравится. Так, еще. А, вот только на время пошел круг. Так. Это, кстати, впереди, по-моему, 914. А мы с вами смотрели, у него... Ой-ой-ой, как повело. Ценник-то гораздо... Не, у него не гораздо выше, он... Мощнее был по показателям, да? Кстати, по ценнику он был не такой уж и... Его даже можно было бы купить. Ты слышь? Я на быстром круге. Ого! 87 у тебя максималка, а тут уже 106. Сейчас двигатель не выплюнешь. Аккуратней, слушай. Прикольно вообще, мне нравится. Такие прям фонарики стоят, дома, прям по городу едем. Класс, класс, ничего не говорю. Так, ага, вот здесь мы уже, по-моему, были. А сколько кругов? 2 круга! А нафига 2-то? Воу! Какой он мягкий, ребята, вы гляньте, как он скачет. Это просто кузнечик какой-то. Заваливает его так прикольно на бок. Но, если честно, физика... Не, ну машины еще, конечно, это... Тут по ним сложно судить, они медленные такие. Ну что ж ты на третью-то не переключился, ё-моё. Так, ага, вот здесь этот... Вокруг Кремля, что ли, едем? Так, это у нас вообще-то Германия, да? Так-то, вообще-то. О, мужик говорит. Молодец, мужик. Что-то мужик, по-моему, другой озвучивает. В четвертой части он какой-то такой похаризматичнее был. Чё это? Во что я впендюрился? Чё было вообще? Вы чё, ребята? Фантомы? Вообще не ясно. Так, ох, как он, блин, ну мне аж страшно, как он здесь завывает. Главное, на электронном показывает 107 миль, а на спидометре на этом было
Даже до 60 не дошло. Странно, странно, ребята. Чё-то как-то вы не докрутили эту тему. Так, в принципе, ладно. Я думал... А, вот это плохо. Задел. Интересно, тут есть эти бонусы за чистую езду? Как в хайстейксе. Тоже, блин, настраивал эмулятор перед тем, как записывать. Часа два, наверное, сейчас убил на это. Хотя вчера вроде настраивал, все нормально было, сегодня включаю. И вот в гонке стекла стали непрозрачны. Короче, тонировку мне прикрутили. А я такой думаю, а нафига мне тонировка? Какая тонировка в 50-м? В 50, в смысле, там, в каком, в 6-м году? Вы о чем вообще? И стал настраивать. И вот настроил, что видите. Стеклышки прозрачные. Короче, убрал я тонировку, потому что за нее штрафуют сейчас. Непонятно вообще ничего. О, третьим же квалифицировался. Не, нафиг, не будем, да, ездить. Смысл ездить. Прорвемся. Я думаю, прорвемся. Хотя, с другой стороны... Блин, а уступил-то 0,2 всего. Ладно. Поехали. Ой, как обороты падают. Так, ну вот жучок тоже такой же, как мы. Фактически. Эй, слышь. Агрессивные, что ли, такие вы? Так, и чё я тут не впендюрюсь? Чё-то вообще в горку не тянет. Прикольно, прикольно. Да. Можно прям прикоснуться к легендарным машинам. Ну вообще физика, я как-то... Я, конечно, воспоминания у меня... Вот все, что я если буду говорить про Porsche Unleashed, это будут воспоминания про компьютерную версию. И как бы, ну, делайте на это скидку. Потому что, я говорю... Версия для PS1, для первой Соньки. Я играю впервые, так чтобы вот на прохождение. И что-то мне кажется, физика-то такая посерьезнее была на компе. Ну что-то здесь она какая-то. Не хочется раньше времени принижать. Ну какая-то она кисельная, что ли, как-то вот. Ну, не знаю, как слово подобрать. Ну, вот кисель, да, вот какой-то такой. Как будто плывешь в киселе в каком-то. Так. Опять Кремль. Эх, блин, что-то лаги какие-то смотрю на записи-то, ё-моё. Так, минуту, ребятки. Ой, короче, ребята, тут проблема произошла. Нагрузка у меня что-то на проц стала расти непомерно. Пришлось разрешуху поменять с Full HD на 720p. Сейчас вроде бы нормально. Ну, поэтому чуть-чуть картинка скакнула. Ну, я ничего не перезапускал, просто с паузы снимал там. Несколько раз игру и вот еще плюс что-то звук у меня глючить начал, пришлось запись остановить и снова включить, тогда все нормально стало. В общем едем дальше, продолжаем, а то что-то смотрю, у меня это скакать стало не напряжение, а картинка что-то подлагивать. А я уж думал, Full HD смогу записать, но нет. Слишком я оптимистичен. Вот. Короче, я думал, эта серия получится такой прям коротенькой совсем. Ну, думаю, что там первый чемпионат. Но смотрю, что нет. Такая нормальная будет, прилично. По времени. И
даже, наверное, будет такой достаточно длинной. Поэтому, наверное, да, как я и планировал, будем записывать по одному чемпионату. Да. Ну, начинаем с победы. Это хорошо. Это всегда хорошо. Выиграли с заявным преимуществом, что называется. Почему, интересно, тогда в квалификации 0,2 еще и уступили. Так, реплей, next race. Поехали. Ладно, квалификацию не буду ехать. В принципе, примерно такая же тема была, я как помню, в Гран-туризме. В квалификации они там лупили на несколько секунд быстрее, чем потом ехали в гонке. Ай, ну музыка доставляет, да? Прям такая прикольная музычка. Так, и чё, на каком я месте? Вот, на первом. Отлично. А если бы я выиграл, получается, в дивизионе во втором, ну типа там Новайс, у меня было бы 6 очков всего за победу, и я был бы вон какой-нибудь там второй, третий. Всё понятно, да. Тут, короче, более расширили. Ну, да, по сути, как на классы разделили, получается. Ну, прикольно, ладно. Так, Advanced, Advanced. Да, едем на Advanced. Франция на очереди. Поехали. Так, нет. Repair. Чё у нас там? Ух ты, что-то покоцали. Тормоза. Да? Так, у нас 3000. Уху, 124. Чего там? Бакса? Рубля? Ну и ладно, чинимся. Конечно. Так. Окей. Поехали сразу в гонку. А то рискуем даже затянуть серию. Я что-то думал, что она вообще будет минут 15. Поэтому я такой там в начале монолог произнес. Как раз думаю, чтобы серия подольше была. Привычной там 30-35 минут. Кто думал, этого не будет. Гоу, поехали, ребятки. Погоняем. Эй, что-то они такие наглые, слушай. Подрезают. Так. Воу. Так, Франция. Тут прям смотрю, это такие городские пейзажи превалируют. Это уже, видимо, электроники. Уже у них некая какая-то любовь появилась к городам. И андеграунд они уже запилили вообще полностью в городе. Правда, до андеграунда там еще Hot Pursuit 2 должен быть. И он просто четкий. Он прям реально классный. Правда, я его тоже играл на компе. Я помню, меня графика поразила. В принципе, графон и в компьютерной версии... Ну вот здесь по городским пейзажам, кстати, не очень понятно, насколько он здесь лучше. Ух ты, смотрите, тень. Тень прям... Че это она сама взрывается там? Меня стреляют. Vigilant 8. Это. Тень прям на машину падает. Вообще круто. Смотрите, смотрите, смотрите. Даже от столбиков. Вообще огонь. Это прикольно. От машины тоже тень такая. Но она вроде как квадратная, да? Но все равно она вот там немножечко. Ой-ой-ой. Ну, к краю она чуть-чуть так светлее становится. Ну, в общем, тени тут такие прикольные, да. Смотрите, оп, оп, оп. Короче, первые серии будем изучать графику. Будем восхищаться, либо плеваться. Не, плеваться-то тут нечем. Ребята, это 2000 год, ё-моё. В 2000 году вышла игра на PS1. На железе уже на тот момент уже этому железу было 6 лет, представляете? А компы-то уже какие мощные были. И все равно она, ну, классно выглядит. Вот когда будет трасса, например, не городская, а вот
Я знаю, что тут тоже есть такие по открытой местности трассы. Поля там тоже такие, ну типа как вот в High Stakes. Вот там можно будет сказать, что солнышко еще светило. Где пейзажи, просторы вот эти. Там, по-моему, на графон можно будет прям так это... Здесь достаточно закрытая местность. Ну а кто бы сомневался? Так, 356-я. Санова впереди. Spark Swift. Кто? Не понимаю, кто на четвертом месте. Ладно, Next Race. Вторую гонку выиграли. С последнего места. Нормалек. Кстати, я вот не помню. Здесь получается в гонке всего 4 машины, да? А вот на компе, по-моему, больше было. Хотя это первый чемпионат, и может дальше что-то тоже тут изменится. Ладно, пока судить не будем. А, уже на 8 очков делаем. Чамп. Так, ну что, поехали в Штаты. На очереди у нас Штаты. Уоткинс Глен. Нет, какая-то Desert Valley. Ну, кстати, Desert Valley. Это знаете, что может быть? Это Willow Springs. Вполне может быть. Так, Advanced. Поехали, еще 10 очков. Погнали. Repair. Опять тормоза покуцались. Хотя я, по-моему, ни разу не врезался. Здесь именно они и стираются, да? Прикольно. Так, рейс. Погнали. Солнышко светит. Так, ну может эта трасса будет под открытым небом. Ага, вот. Да, под открытым небом, но тут пустынька, да? Так, ну ладно. Сейчас будем смотреть, в общем. Ой-ой-ой, засмотрелся по сторонам. Ну ладно, зато не вред. Блин, ну ты прям мне морду снес. Слышь, кадр. Оу! Можно бибикать. Что-то и позабыл об этой фишке. Ну-ка, с дороги. Здесь, кстати, клаксон хуже, чем в High Stakes. Нельзя так би-би-би-би-би. Че, набибикать какую-нибудь мелодию. Вот так только. Так, тихо. Ну, слушайте, я не помню, чё как, но вот под открытым небом трасса, ну, надо сказать, что-то бедновато, да, как-то. Я понимаю, это пустыня. Я все понимаю. Кактусы, да. А, вот смотрите, какой-то этот. Ущелье. Деревца. Реденькие. Не, я просто реально сейчас в первых сериях немножко буду вспоминать и сравнивать графончик. Ну, чё-то я так сейчас смотрю, конечно, на компе. На компе, конечно, было круче. Вот по открытой местности. Тут, конечно, ландшафт на первой Соньке, ну, прям беден. Ну, я говорю... Комп, конечно, уже на тот момент, на момент 2000 года, ну там уже мощности настолько превосходили, и действительно игры очень сильно отличались. Ага. Соответственно, и круче графика была, и... Да блин, и физика, по-моему, ну совсем другая на компе. Чё-то она здесь... Вот уже третью гонку еду. Конечно, машина... слабое все такое, но все равно вот чувствуется, что она вот как-то прям вот кисель, прям вот на дорогу просто разлили киселя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, стоп, там написано было, нарушаем. Ай! Так, мужик такой серьезный за рулем сидит. Ну, мне нравится звук мотора, конечно, вот у этого Porsche.
Хотя и звуки, надо сказать, по-моему, были на компе-то побогаче. Вот я дифирамбы пел относительно звуков в High Stakes, да, помните? Что там, ну не только там двигатели, это, а что там звуки окружающей среды, окружающей природы были классно сделаны. На каждой трассе там что-то свое было, где-то колокол там бьет, где-то... А здесь, заметьте, нету ничего такого, нету. То есть они скорее всего, я даже не знаю, может в физику угрохали все возможности первой Соньки. Я как-то не скажу, что здесь и машины-то лучше выглядят, чем в High Stakes. Что типа там поле. Ну, может, чуточку, да, получше. Как-то, может, сверкают поприкольней. Полигонов, может, чутка побольше. Но... Может... Я не знаю, честно сказать. На трассе машин меньше стало, да? На что же они все дело потратили-то? Так, ладно. Третий трасса. Третий заезд выиграли. В одни ворота. Все нормально. Начало прям такое очень воодушевляющее. 30 очков из 30 возможных. 6 тысяч заработали всего. Потратили там какие-то копейки просто на ремонт. И нам еще за чемпионат. Ой, отлично. Чушь не дали глянуть, я уже забыл, сколько там. А, 15, да, по-моему, да, 15. 15 плюс 6, да, 21. Окей, вон сразу 20. Это можно уже тачку купить, ё-моё. Вы чё? Столько много денег нельзя давать в первом чемпионате. Ребята, вы чё? Ну-ка, давайте-ка зайдем в Porsche Center. New Cars. Что мы можем на... Ай, мама, музычка. Огонь вообще. Так, Car Select. Что у нас здесь самое крутое вообще есть? Давайте прямо вот в самое право ставим. 911... О, точно, 911. Подожди. Так, вот, самый крутой. Ого, аж до 73 года классика у нас, да, идет. А, ну 73-й, конечно, 911 Carrera RS. Ну, стоит 34 тысячи всего. Нам еще раз чемпионат проехать, и будет нам счастье. Там у нас первый класс, второй. За второй двадцарик еще накинут. Вообще отлично. H New. Ну, мне нравится. На самом деле, мне нравится то, что начинается тоже все вот с таких вот тапочков 50-х годов. Блин, огонь. Прям на расслабончике. Вот просто одной рукой такой сидишь, рулишь, а другой там куришь сигару. Такую гавану здоровенную. Щелкаешь этот магнитолу такую еще на кнопках. А какую магнитолу? Радио крутишь. Эту вертелку такую. 50-е, ребята. Да, круто. Ладно. Я думаю, что на этом мы с вами пока что завершим эту серию. Мне нравится, черт возьми, мне нравится. Но если честно, уже захотелось пройти эту же игру только на компе. Наверное, когда-нибудь я так и сделаю. Эту мы добьем. Ничего, все нормально. Я от своих слов не отказываюсь. Но что-то мне кажется... Ну, в общем, желание у меня... Главное, чтобы возможности еще были. Пройти ее же только на компе. Ну, прям вот, чтобы прям ностальгия ностальгическая была. Хотя, я думаю, для кого-то она и сейчас прям конкретно до мурашек, может, даже пробивает. Надеюсь на это. Вот, но у меня как-то, понимаете, вот... Да, с игрой с этой, но она немножко в другой обертке, в другой упаковке. И все-таки не так чуть-чуть. То есть это такое, скорее, сравнение сейчас у меня идет с тем, что я проходил. Ну, уже не в детстве, а так скажем, в юношестве. Так, ну что, ладно. На этом мы с вами закончим тогда сегодня
Вот, Need for Speed 5, Porsche Unleashed, Скудер с вами был, канал Ни Слова об играх. В заключение еще раз хочу поздравить, в общем, те, кто начало перемотал, вот, чтобы в конце еще добить так плотничком. Поздравляю еще раз всех девушек, дам с 8 марта. Будьте красивы и милы. Вот, поздравляю вас с Международным женским днем. Ну и на этом прощаюсь с вами. С вами, как всегда, был Скудер. Пишите в комментариях, кстати, насчет вебки, камеры, все дела. Может, я, кстати, в следующей серии вот перееду куда-нибудь вот туда, может, посмотрю, короче. Хотя вроде неплохо здесь я сижу, в этом углу. Вот, ну, может, куда-нибудь перееду, так что сильно не пугайтесь, если я в следующей серии не обнаружите меня вот тут в правом углу. Вот. Так что, да, все. Все, всем пока-пока. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об играх. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте обязательно. Там новая, как сказать, рубрика есть у меня, обсуждение. Там пишите, в общем, игры, которые вы хотите, чтобы я прошел на канале, на своем. Вот, так что прям заходите туда и прям пишите сразу. Вот. Ну и обязательно делитесь этим видео и вообще видео на канале на моем, который вы смотрите. Если вам они нравятся, то вы можете этим самым помочь мне и моему каналу чуть-чуть больше развиться, ну, поделившись этим видосиком и другими. Ну, все. Всем пока-пока. Увидимся в следующих сериях.